Всем привет! С вами я, Тимур, и вы на канале Тимурит. Итак, Тимурит Майнкрафт. Итак, сегодня я вам покажу 15 секретных вещей в Майнкрафте. Без модов и без аддонов. Смотрите. Для того, чтобы эти вещи сделать, вы заходите в настройки мира. Я сначала покажу, как это сделать, а потом уже вот. Вы спускаетесь вниз. И вы должны будете нажать Education Edition. Ну, написано, что у меня он не включен, но на самом деле включен. Education Edition. Просто нажимайте Education Edition включить, и вы сможете сделать эти вещи. Я оставлю ссылку в описании под видео, как эти вещи сделать. Под видео, где рассказывает чувак, как эти вещи сделать. Ну, а я просто обозрею, как ими пользоваться. Итак, берем их. Так. Первая партия. Сейчас мы ее рассмотрим. Итак, первое это водяной динамит. Вот. Так, давайте сейчас вот это вот отложим. Возьмем зажигалку. Смотрите, над водой. Вот смотрите, у него даже нету никакой надписи. Вот и синего цвета он. Это без модов, без аддонов разных. Просто включите Education Edition. На суше он взрывается почти, наверное, так же, как обычный динамит. Но обычный динамит не может взрываться под водой. Только если поставить сверху песок, когда его поджечь. А этот динамит, он взрывается под водой и оставляет после себя взрыв сразу же. Вот. О, странно произошло, что-то эти фейерверки пропали. Ну, или они здесь? Нет, они пропали. Ну, ладно. Это там будет. Вот, потом у меня сбой произошел. Это там бенгальские огни были, вот. И они почему-то пропали сейчас. Вот. Ну, ладно. Так, следующее, что мы обозреем, это супер удобрение. Да, вот, смотрите. Вот, сейчас я возьму росток дерева. Так, где оно находится? Ой, сейчас. Так, дерево, ага, любой росток. И возьму костную муку, смотрите. Вот мы с костной мукой выращиваем дерево за несколько кликов. Вот. А с суперудобрением мы его вырастим за один клик. Смотрите, какая редкость. Появился сразу этот улей дикий на дереве. Вот. Так. Переходим к следующему блоку. Это тепловой блок. Да. Вот я сейчас сделаю лед. Вот это настоящий блок тепла. Вот, я сейчас поставлю лед, и вы увидите, что этот лед будет понемногу превращаться в воду, когда поставить этот блок тепла на него. Вот, ставим. Проходит некоторое время. Что-то как-то не превращается в воду. А, вот, смотрите, он превращается все-таки в воду. Вот. Следующее это соль. Да, вы не ослышались. Настоящая соль в Майнкрафте. Соль в Майнкрафте. Вот. Но это была первая партия. Ее мы сейчас уберем сюда.
и перейдем к ко второй партии. Так, предметов. Смотрите. Так, сейчас я день сделаю. Ну вот еще и зависание. Нормально. Ну давай уже. Все, сейчас. И смотрите, следующий предмет — это воздушный шар. Лаймовый воздушный шар. Ну, можно сделать любого цвета. Для этого краситель нужен. Вот, краситель. Любого цвета, какие красители, такие шарики можно сделать. Так, мы можем взять забор и его прицепить на него, на забор. Вот, смотрите. Можно даже толкать. А если мы его сорвем, то он улетит в космос куда-то. Еще, как я знаю, мы можем на мобов привязывать. Вот, прицепить. И моб тоже улетел высоко в небо с этим шариком. Вот-вот, уже почти весь лед превратился в воду с теплового блока. Так, следующий это подводный факел. Он, соответственно, горит под водой. Сейчас мы это и посмотрим. Вот. Еще он издает звуки взрывающегося динамита и вот такие небольшие штучки белые издает. И пузырьки небольшие. Это вот так вот. И на суше он тоже так же делает. Вот сейчас. Но пузырьков нет, конечно же, потому что они только под водой. Вот. Следующее — это мусор. Ну, мусор, вот так вот он выглядит. Он выглядит как будто порох в огне и дым идет. Вот. Вот так вот. Следующее — это зеркальное стекло и зеркальная панель. Вот. Оно отличается от обычного стекла, то, что оно выглядит вот так вот, и оно прочнее. Вот. Его тоже можно сделать любым цветом абсолютно. Вот. Сейчас покажу даже. Что там гадать-то? Вот, например, желтый. Или как оно? А нет, это когда делаешь его, да, ну, будет желтого цвета или какого-то там другого. Ну вот, и панель стеклянная, тоже зеркальная, вот такая вот, называется зеркальная, зеркальное стекло, вот. Следующий предмет — это ледяная бомба. На суше она ничего не делает, но когда ее бросаешь, то она издает звук ломающегося льда. Но когда мы ее бросим в воду, то она превратит лед, воду в лед. 4 блока льда делает. Вот одна ледяная бомба. Ну вот. Я обозрел все предметы, но кроме бенгальских огней. Вот. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, не забывайте звенькать колокольчики. Я буду очень благодарен за подписку и лайк. Всем пока!